Хей-хей, всем-всем-всем привет! Сегодня традиционно обзор моего заказа. Это 8-й каталог. Также не только то, что я себе заказала, те продукты, которые идут со скидкой, мои любимки, и также новинки следующего 9-го каталога. Вам расскажу, как я делаю свой базовый дневной макияж, мои лайфхаки. Итак, поехали. Итак, первое — это новиночки и обновленная серия Love Nature. И это не совсем та серия, которая у нас была. Ее не просто перезапустили, поменяв упаковку, но и улучшили формулы, добавив активные натуральные компоненты. И здесь самая классная фишечка того, что эта серия без парабенов, без силиконов. Это то, что вы просите. И вот прям красной чертой прописано в компании, что нет здесь парабенов, нет здесь силиконов. Биоразлагаемые формулы, упаковка, которая подвержена вторичной обработке. Крутейшая, легкая, базовая, классическая серия, которая подходит как для жирной кожи. Это у нас серия, которая содержит масло чайного дерева и мексиканский лайм. Если у вас нормальная кожа, которая требуется вот увлажнение, ну увлажнение требуется абсолютно всей коже, то алоэ вера и кокосовой водой. И если у вас сухая кожа, то эта серия и серия для сухой кожи с органическим овсом и ягодами годжи. И что здесь важно, в этой серии есть смягчающая мицеллярная вода, серия с органическим маслом чайного дерева и мексиканский лайм, который обещает нам матирование, уход за проблемной кожей, склонной к высыпаниям, прыщам. Мое знакомство с этой серией началось в прошлом каталоге, когда я протестировала скраб и маску 2 в 1, и сегодня получила чаще средство, у меня уже был макияж, я удалила, и мой честный отзыв. О компонентном составе я рассказывала в прошлый раз, повторю, скраб 2 в 1, и сейчас вот такая многофункциональность, как маска и скраб. Это уже доказано, что эффект гораздо круче. У нас в России около 70% представительность жирной комбинированной кожи, поэтому обратите внимание на эту новинку. Я ее уже попробовала, протестировала. Вы ее наносите на 15 где-то минут. Там маленькие такие вот чуть-чуть скрабики, да, и в то же время она выглядит как маска с глины. Вот такой вот, да, многофункциональность. И потом, когда вы ее смываете, кожа настолько классная, нежная, и она светлее. Я даже пробовала сейчас на руки наносить, да, мне понравилось еще ощущение, как на руки. Хотела показать вам текстуры, тут же смыла, потому что это все равно не то, нужно попробовать ощутить. Ну, во-первых, здесь масло чайного дерева, всеми нами любимые, известные уже многие-многие годы. Это средство ранозаживляющее, это природный антисептик, он восстанавливает нашу кожу. Лайм обладает выраженным ранозаживляющим и восстанавливающим средством. Салициловая кислота нежно отшелушивает. Это AHA-кислота, которая мягкая, комфортная. Она растворяет ваш жир, убирает, вытягивает, сужает поры. И так же, как ранозаживляющие. То есть здесь 3 космических бомбовских компонента. И эта серия, самое главное, она доступная по цене. Она вот так. Если вы нанесете ее как скрабик и смоете, это будет у вас как скраб, а если вы ее оставите на 10 минут, это у вас будет как масочка. Вот такое вот уникальное средство, как хотите, так и применяйте, многофункциональность, это прикольно, круто. По эффективности она мне понравилась, она делает хороший эффект, матовый, очищает кожу, отлично, отлично зашла. Я не стала делать шоу, показывать, как я умываюсь, это логично, понятно. Что по текстуре? Текстура, посмотрите, какой гель. Жидкий гель. И мне не нравится это средство выдавливать. Мне больше нравится в дозаторе. Так удобнее. Если сравнивать с очищающим средством вот таким очищающим, то вы видите, насколько это более густое, чем это жидкий, да, то есть вообще жидкий. Когда я нанесла это средство на лицо, я поняла, что его мало, ему нужно добавить. Все-таки оно менее концентрировано, чем это средство, и вспенило.
очистила лицо, и все равно я чувствую просто этим очищающим средством какой-то дискомфорт. У меня тональный крем, и я поняла, что все-таки не до конца я очистила лицо, поэтому после этого я взяла вот такую тряпочку и просто протерла лицо. После этого я увидела на нем остатки очищающего средства. То есть самостоятельно использовать только этот продукт без спонжика я бы не рекомендовала. Это мое самое первое впечатление. Возможно, оно у меня поменяется, когда я буду использовать его вечером, снимать макияж. Возможно. Но ругать или нет, почему это средство меньше хуже очищает, чем это, тоже для комбинированной жирной кожи, я бы не стала. Все-таки это более деликатный, такой мягкий уход. И когда у вас жирно-комбинированная кожа, прыщи, то здесь нужно аккуратно. Потому что некоторые девочки гоняются за тем, что вот я возьму супер очищающее средство, что прям до скрипу. И потом мы понимаем, что все-таки вот этого до скрипу, это вы наоборот запускаете процесс, что ваша кожа еще больше выделяет сального секрета, еще больше. Поэтому, может быть, просто более тщательно очистить лицо, и результат будет. Что сейчас? Я получила чистую кожу, да, использовав вот эту вот еще салфетку, да, еще есть у нас спонжик из водорослей, да, вот с ним очень удобно, да. То есть результат, в результате я получила комфортную очищенную кожу, и мне она нравится, это ощущение, то есть свежести есть. Тоник нам всегда нужен, во-первых, убрать таблицу Менделеева с нашего лица, потому что вода не идеальна. По теории азиатского ухода у нас есть ровно 30 секунд, чтобы убрать остатки очищающего средства, водопроводной воды и так далее, для того, чтобы максимально было эффективно, и чтобы следующее средство, которое мы будем применять, работало намного эффективнее, потому что будет кожа увлажнена, очищена. На шее я не до конца очистила тональный крем, еще есть, но в целом, да, вот если взять лицо, да, мы проверяем, насколько работает наше очищающее средство, да, в принципе, салфетка, спонжик нормальный. Места, где у меня угревая сыпь, и мне сейчас это нужно, потому что меня высыпало, это у меня пищевое, я сходила с дочкой, поела неправильную еду после фильма, и на следующий день я расцвела. Это у меня всегда такое, но, к сожалению, вот хочется иногда такой неполезной еды. По комфортности приятно, тоник мне понравился. Крем, давайте посмотрим, 50 мл, и сделан он, здесь написано, в Швеции. По консистенции это легкий-легкий мусс такой, легкая текстура. Давайте посмотрим, как он наносится. Очень тонкая текстура, мгновенно впитался. В серии декоративной косметики у нас появляется праймер, и он в непривычном для нас таком виде. Ой, вот прям тончайшая текстура. Настолько тончайшая, вы ощущение, что вы наносите что-то среднее между гелем и превращается в пудру. Праймер выравнивает ваше лицо, и где у вас неровности, морщинки, он их сглаживает. Ну, комфортно. Буду экспериментировать, пробовать. В принципе, понравился. Да, главное посмотреть, как дальше будет эффект работать. В этом каталоге преображающая тональная основа с 40% скидкой. Слоновая кость. У нас вышла новиночка, вот такая кисточка. Я ее хочу попробовать не только как нанесение румян хайлайтера, но и как она работает с тональной основой. Потому что у нас есть такие кисточки, которые могут выполнять многофункциональность. И если вы куда-то поедете, да, вам нужно взять минимум кистей, чтобы было максимум эффекта. Кисточка, конечно, вбирает больше тона, но в то же время она делает плотнее покрытие, если нам нужно. Например, как у меня здесь вот прыщик, и кожа у меня несовершенна. Тональная основа Oriflame тем, что с ними кожа дышит. И вы можете летом, даже летом, в жару ходить с этими тональными основами, и кожа себя чувствует комфортно. Она под защитой. PF 18. В премиальном сегменте Giordani у нас появляется новиночка. Корректор. Сделан в Польше. Откручивается, и такая вот кисточка. Давайте посмотрим. Нажатие легко. И я взяла оттенок второй, который потемнее, с учетом того, что у меня загар. То есть нету такой... Если вы сомневаетесь, какой оттенок лучше брать, берите светлее оттенок. Но я знаю, своя кожа, она у меня обычно загорает, и я не хочу эффект вот прям такого сильного осветления.
Никогда не наносите только по контуру. Это самая главная ошибка, потому что если у вас темные круги, то они еще больше подчеркнутся вот этой впадинкой. Поэтому мы всегда наносим вот так крем. Давайте нанесем также на подвижное веко. Мы будем его использовать в качестве праймера. В принципе, перекрывает хорошо. С нарощенными ногтями, но неудобно обрабатывать вот эту зону, поэтому я всегда беру кисточку, либо спонжик, блендер и протушевываю. В целом мне нравится, как сработал корректор, то я хочу провести тест. Это нанесем черный карандаш и попробуем протестировать два корректора, кто лучше перекроет. Это мой любимейший The One. Мы видим, что Giordani более прозрачный оттенок, чем The One. Он ложится более плотным слоем. Так, теперь попробуем протушевать пальчиками. Мы же пальчиками протушевываем. Я еще вот так вот размазала, но несмотря на то, что вот этот лег легче слоем, по финишу мне показалось, что эффект абсолютно одинаковый. По эффекту перекрытия примерно одинаковых, но этот гораздо плотнее ложится, более толстым слоем, нежели чем вот этот. Этот растягивается и мгновенно подсыхает. Мне кажется, что даже этот продукт круче. И я теперь подумаю, какой у меня будет любимка. И в следующих видеообзорах я вам скажу, заменю я этот на любимец или нет. Но по любому случаю, если вам некогда носить тональную основу, такой консилер, он должен быть у вас всегда в косметичке. Во-первых, он перекрывает какие-то несовершенства, раз. Во-вторых, он убирает ваш возраст. Нанесли и сразу бац, минус 5 лет вашего возраста. Если вы куда-то спешите, вы можете даже не наносить тональную основу, но корректор под глаза обязательно. Мы, девочки, нам нужно убирать наши синяки под глазами. Далее мы берем новиночку, нашу кисточку, и вот ей хорошо делать бейкинг. Что такое бейкинг? Мы плотным слоем набиваем пудру под глаза. Потом пудра впитается, и мы ее просто легко стряхнем. Ну и, конечно же, мы проходимся по всем участкам нашей кожи. У меня татуаж бровей, и вы видите, брови имеют уже такой сероватый подтон. Мне нужно сравнять их с цветом волос, сделать чуть-чуть коричневым. Ее можно наносить сухим обычным способом, то есть как тени, либо мне еще нравится делать вот так. Увлажняю как мне надо. Набираю оттенок, либо мне надо светлый, чуть-чуть добавляю темного, и после этого прорисовываю бровь. Так мы делаем макияж более устойчивый, потому что если мы нанесем как тени, все-таки это легкий вариант и может не задержаться. Крашу ли я брови всегда? Нет, редко. Редко, но когда мне нужно какой-то красивый эффект. Что я делаю дальше? Просто смахиваю пудру, то есть пудра впиталась, что нужно, а остальное мы убрали. Ну и, конечно же, моя любимая шапалетка, она сейчас со скидкой, я заказала еще одну для моей подруги. Палетка офигенная, посмотрите, она уже у меня подстерлась. И мы будем также работать с этой кисточкой, прежде всего наносим корректор, немножечко мешаем, добавляем хайлайтера, то есть вот так вот мы ее наносим, и под скулы. Мне нравится, что эта кисточка меньше, и с ней работать одно удовольствие, наносить румяна лучше гораздо, чем той, которая у нас была. Нравится мне, очень нравится, очень нравится. Далее нанесем розовый оттеночек на щечки. Слегка-слегка дотрагиваемся до хайлайтера. Стряхнем и проведем по выступающим частям. Мне позвонила дочка, я очень сильно спешу, поэтому мой макияж также с этой палеткой. Я добавляю светлый оттенок на подвижное веко и использую его как тени. Это самый легкий и крутой летний макияж. Очень люблю. Я знаю, что также многие писали, что используют эту палетку в качестве теней. Если вы очень спешите, то используем только розовый оттенок. Если чуть-чуть есть время, то можно еще сначала в уголочках улыбить. Вот так.
И потом использовать розовый оттенок и нанести непосредственно складку века. И еще можно чуть-чуть на нижнее веко нанести. То есть вот такой корректор, палетка, кисточка и вуаля, минус 5 лет вашего возраста. Моя любимая помада для нюдового макияжа One Color. В следующем каталоге будет новинка. И это оттенок бежевый нюд, и это самый-самый крутой оттенок. Я не помню, чтобы я настолько восхищалась этим оттенком помады, он мне безумно нравится. Еще такой лайфхак, чтобы более гармоничный образ был, вы можете взять капельку хайлайтера, также проработать контур. Вообще губы настолько будут такие вкусные, смачные. Все, я побежала, скоро вернусь. Так, да. Макияж выглядит в дневном свете. Как работает хайлайтер. И в целом хорошо, гармонично. А я сейчас бегу за дочкой, плюс потом мы пробежимся по магазинам и посмотрим, насколько база под макияж выдержит праймер, насколько все это будет держаться, потому что жара у нас. Прошло 1.5 часа, и то, что я была при температуре плюс 30 в тени, это круто. Это круто, как работают вместе продукты. То есть вот этот вот крем, да, то что несмотря на то, что он дешевый, да, он легкий, флюид, он абсолютно не жирнит, матирует. Праймер-пудра, которая реально зафиксировала макияж, и он, ё-моё, он хорошо держится. Знаете, даже когда идете, вы чувствуете такую легкую прохладу, увлажненность, то есть комфортность кожи, а не так, как вы чувствуете какой-то сальный блеск, жир, и вам хочется постоянно, я ношу с собой матирующие салфетки. И вот сейчас 1.5 часа, то есть это как прошло 5 часов, нормальное время, очень круто, то есть продукты понравились. У нас будет тушь, она будет стоить 189 рублей, и даже по акции при покупке 2 159. Давайте посмотрим. У меня нарощенные реснички, но тем не менее, я всегда пользуюсь тушью, прокрашивая нижние реснички. Тушь приходит в упаковке. Да, также сделана в Польше. Давайте посмотрим кисточку. Кисточка, мне кажется, напоминает ту тушь, которая была у нас в Oriflame. Если мне нужен эффект, если я делаю тенями, смоки, красивый вечерний макияж, несмотря на то, что я наращиваю ресницы, всегда внизу прокрашиваю кисточкой. Так мои ресницы и нарощенные соединяются, и действительно потрясающе выходит объем. Ну, протестируем пока на нижней ресничке. Стандартная щеточка, очень привычная. Мне кажется, что вот если взять помаду, то она отличается, а тушь просто переупаковали. Эффект хороший, если вы любитель силикона. Также со скидкой 45% порадуют вас шампуни, кондиционеры, также гели, скрабики для душа. В общем, приятная цена, приятная экономия. А в этой серии заказал только 2 продукта. Это крем, скраб и спреев у меня достаточно. Причем такая траншея, я прям их затарилась, потому что они раньше у нас просто улетали. А сейчас, так как супруг находится больше дома, нет такой необходимости постоянно использовать. У меня спреем пользуется дочка, и сейчас говорит: мама, когда ты закажешь серию для ножек, потому что ей тоже требуется смягчающий крем для ног, потому что есть вот какая-то вот на подошве беленькие пузырики такие, ну, опять же таки, женьшень и манго, фуд-крем. Конечно же, первое, что мы делаем, ванночку мы обрабатываем, потом шлифовальной пилочкой, потом у нас идет скрабик. Убийственный запах. Приятный очень. Ой, а какой он мягенький. Вообще прелесть. И скрабик. Ну, думаю, давайте посмотрим. О, здесь косточки прям ощущаются. Такие прям миндаль хорошо разбитый. Ой, как же хочется сейчас быстренько скрабиком-то ножки поскрабировать. Сейчас быстренько запишу обзорчик. Побалую свои ножки скрабиком, намажу их кремиком. Такой, причем чуть-чуть легко охлаждающий эффект имеет. И потом спрейчиком. Все,
Нет, так, надо писать обзор. Размечталась. Далее мы листаем и переходим на страничку ароматов. У нас со скидкой классные ароматы Paradise Man и Paradise Woman. 999 рублей, так 2,5. Классный акцент. Страничка, которую я всегда покупаю. Это мой любимый классический аромат Giordani Gold. Ведь он заканчивается, потому что он у меня лежит в косметичке, в поездках я всегда его использую. Также про запас еще себе беру. И самое большое количество комплиментов от мужчин, которые спрашивали, что это за аромат, и у тебя классный аромат, потрясающий аромат, это Giordani Gold Essence. То есть, если у меня есть какие-то любимые дневные ароматы, но вот этот вот выстреливает просто на ура. И он есть также в полной размерке со скидкой 2099 рублей. Кстати, я посчитала, что дешевле покупать вот такие вот маленькие ароматы. Ну, потому что здесь дорогое стекло, сама упаковка, плюс крышечка, покрытая сусальным золотом. Ну, аромат шикарнейший. Так вот, реально роскошная королева. С этим ароматом заказала себе спрей. Не помню уже какой по счету, тоже Giordani Essence со скидкой 239. Супругу заказала также Giordani Gold, тоже это мой любимый аромат, до этого покупала туалетную водичку. И следующий аромат со скидкой, которого нет в каталоге, это Sublime Nature Tuberose. Я себе его заказала с 50% скидкой, каждый каталог мы можем заказывать какой-то продукт. И достав его, нанеся, ну это роскошно, это дорогой, роскошный аромат. Это когда вот мне говорят, вот и хочу вот такой вот прям крутейший аромат, вот что-то подобное, как в ритуале, такой вот сложный, дорогой. Ну это вот такой аромат, это дорогой, шикарнейший аромат, который безумно люблю. Я вчера нанесла остаточки, я говорю, боже мой, я опять забыла его заказать со скидкой и воспользовалась тем, что заказала с 50% скидочкой. Вы любите этот аромат? Если да, понравился он вам, пишите в комментариях, проверим. Следующая страничка мужские ароматы и ну, шариковый дезодорант для мужчины. И также у нас идет новиночка, спрей для тела. Спрей для тела, удобная пластиковая упаковочка, что с собой можно брать. И, ну вот, честно говоря, запахи настолько крутые были на страничках в каталоге, что мы с мужем не знали, какой лучше выбрать. Ну, поэтому, понятно, мы заказали оба спрея. И вот первый донес он вот этот вот спрей. И кто знает аромат Фаренгейта? Первая ассоциация, я говорю, Фаренгейт. Ну, это Фаренгейт, реально. Второй нам тоже понравился. И поэтому, когда я услышала такой отзыв, классно, Фаренгейт, какой классный, когда потом он нанес этот, говорит, ой, тоже прикольно. Я говорю, ну все, что, Фаренгейт лучше? Этот красный лучше? Он говорит, да нет, я не знаю. То есть ему понравились оба эти спреи, то есть, пожалуйста, можно пользоваться под настроение. И следующий продукт, который я забываю все время заказывать отдельно, он в составе идет витаминок, но дополнительно. Причем вспомнила его, когда заболела. Как это произошло? Ну, я реально со всеми с этими поездками немножко подубила иммунитет. Кроме того, дочка пришла с вирусом. Обычно у нас на wellness все вирусы проходят так. Ну, вот она говорит, ой, мам, что-то у меня горло побаливает. Вот так вот 3 дня без температуры, без симптома. На следующий день у меня начало также горло болеть. Ой, я думаю, ну как обычно фигня. То есть любой вирус, это у меня температура 36,9, один день максимум, второй и все. А тут в этот день, ну вы сами знаете, что у нас объявили премии 25, 50 и 100 тысяч, то есть 175 тысяч. Это планерки 5 часов. 5 часов я проводила планерки. Реально голос был убит, и утром я просыпаюсь и такая... 38,5, ребята, я даже не помню, когда я последний раз так болела. Ну что ж, да, конечно же, я повалялась, да, благо наша работа позволяет там лежать, чатиться и работать, но я молчала, я лечила горлышко, я вспомнила, что такое фурацилин, полоскание, вот, вроде как пошло на поправочку, все, вечером у меня хорошо, я так достаю с холодильника холодненькие огурцы, помидоры, все, я же здоровая. Ну, и опять чуть-чуть себе горлышко подорвала. В общем, я болела почти 3 дня. Для меня вообще реально это рекорд. Это с учетом, что я вот реально халатно отношусь к своему здоровью. Но вот такие вот
антиоксиданты, это мне говорят, ой, это ты что, у тебя ангина, нужны антибиотики. Ребята, да никакие антибиотики не нужны. Это примерно то же самое, как антибиотик. Он в 100 раз сильнее, чем витамин Е. Также вот где-то искала, в 6 тысяч раз сильнее, чем витамин С. То есть представляете, если вы заболеете, вы едите лимончик, а представьте, если в 6 тысяч раз сильнее. И убивает воспалительные процессы, причем те, о которых вы даже не догадывались. Кроме того, научно доказано, что он, принимая его, улучшается, разглаживается кожа. Он защищает головной и спинной мозг, восстанавливает. Доказано, что витамины туда не доходят. Тоже прочитала сегодня этот факт, мне казалось он очень интересным. И поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Об астаксантине у нас действительно ходят легенды. Это реально космический продукт. Если хоть раз вы брали астаксантин, если хоть раз вы знаете, что такое, если заболел, двойная доза, напишите. Да, идет вирус. Большая часть мамочек бежит покупать типа анаферон за 200 рублей. То есть и там 5 таблеточек на 5 дней курс. А здесь же стоит около 30 рублей, и 1-2 капсулы реально будет достаточно, чтобы дополнительно поддержать иммунитет ребенку. Ну вот, ну это вообще, это средство, которое, ну и плюс, кто у нас орифлеймовцы ездит, пожалуйста, напишите, вот конференция, это дополнительно астаксантин берут, или двойную дозу, либо когда вирус ходит, ну, в общем, это космический продукт. 30 капсул, 30 дней. Стоит 1720 рублей. Если вы еще думаете, попробовать ли витаминки в Oriflame, начните с астаксантина. Но если вы еще не зарегистрированы, еще будет вам дополнительно 20% скидка. Если не знаете, та-да-да-дам, чем я вас подразню. Это новиночка, которая уже есть у меня, но будет в следующем каталоге. Это морской кальций с витамином D. И еще дополнительно более 70 микроэлементов входит в этот комплекс. 30 таблеточек, жевательный комплекс. Не, достаточно прикольно, вкусненько. Что-то прям витаминки, кислинка, аскорбиночка. Ой, главное дочке не давать. Кстати, здесь написано, что его можно применять лицам старше 18 лет. Принимая по 1-2 таблетки во время еды. И если ты планируешь беременность, то обязательно проконсультируйся с лечащим врачом. Так. И можно применять с Wellness Pack. Новинка технологии WaterChef, линейка, которая защитит наши волосы в экстремальных погодных условиях. Это жара, влажность, холодный сухой воздух, в общем, что-то типа такое. Ой, сами почитайте. Вот такой шампунь-кондиционер я решила попробовать. Не буду сейчас подробно рассказывать об этом, потому что я сначала люблю попробовать, а потом говорить, мне понравилось, не понравилось. Но опять же таки, очень часто шампунь это такое, знаете, индивидуально, кому-то подходит, кому-то нет. Попробовать очень-очень хочется, потому что мне в Oriflame больше всего подходит серия для объема. И сейчас покажу еще какая, которую я себе взяла. 3 серии. И также идет расчесочка вот такая за 99 рублей. Видела наподобие такие расчесочки. У меня дочка увидела. Говорит, хочу эту расчесочку. Все, не могу. У меня к расческам такие, вот знаете, вот требования, что для меня... Не то, что ни одна расческа не подходит. Для меня найти расческу такая проблема. То есть мои волосы тонкие, и которые очень сильно путаются, тяжело продрать. Я бы не сказала, что для меня это супер расческа, потому что для меня не все супер расчески. Я покупаю расческу, а потом благополучно ее кому-нибудь передариваю. Вот сколько я перепробовала в своей жизни расчесок, ну, к сожалению, нет. И это у меня расчесочка, ну, так себе... Лучше, чем многие, но не является там вау. Для меня самая любимейшая расческа, которая круче нет, это серия Classic. Не знаю, что за бренд, профессиональная линейка.
плохо, что она вот такая вот обдирается сразу, такой вот неприглядный вид, но вот эта щетка и подщетина, ну вот для меня круче расчесок. Нету, уже пользуюсь больше 10 лет. Случайно нашла в интернете, заказала себе аж 5 штук. Со скидки у нас идет шампунь-кондиционер «Молоко и мед». Очень-очень его люблю, особенно для сухих волос. Когда у вас кончики сухие, здесь жирность восстанавливается, очень супер. И если я еду куда-то в поездках, то я всегда беру только этот шампунь и кондиционер. Это вот проверенное. Вот как бы я не убила свои волосы скачками, прыганью, клубами, дискотеками, погружениями в воду, экстремальными условиями, потом вот справляется на ура. Я не доверяю никакому суперкрутому отелю 5 звезд кондиционеру, шампуню, только наш. Ну, шампунь, ладно, я еще могу как-то, но кондиционер, все, иначе я просто не влезу в свои волосы. Да, у нас есть вот такой вот дорожный вариантик, где есть такие миниатюрки этого шампуня-кондиционера, очень удобно брать, но здесь 30 мл. Когда-то у нас был наборчик, там было 5 средств, вот такой вот молоко и мед, и здесь 50 мл. То есть вот эти средства, я эти тюбики, я даже не знаю, какое бесконечное количество раз я их просто заливала. И сейчас у меня случилась истерика, очередная была поездка, ну вот в Турцию, да, и я понимаю, что у меня нет, уже закончился шампунь и кондиционер. Я добавила то, чем я сейчас вот пользуюсь. Но буквально предстоит поездку в Горный Алтай и в Новосибирск, Барнаул. Все, сейчас мне надо дозалить. То есть я выкину вот что там другое дозаливала, и все, и обязательно возьму. Поэтому, ну, если у вас не такие длинные волосы, как у меня, вам будет достаточно для поездки шампуня и кондиционера вот такого вот. Позвала дочурку. Счастлива. Счастлива. Все, беги, 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 забирай расческу. Следующая страничка, это дезодорантики, 139 рублей. Ну, обычный дезодорант, классический, ну, попробую ничего такого особенного, ну, обычный дезодорант. Если вы еще не запаслись, конечно же, это солнцезащитное средство, это страничка. Еще рекомендую в отпуск взять вот такой вот хайлайтер. Когда ваши ножки еще не до конца загорели, вы наносите на ножки чуть-чуть вот этого хайлайтера. А также на косточки, на плечики с загаром. Это просто космический улетный эффект. Листая странички, наконец я дошла до моей любимейшей палетки. Новинка кисточка, и рекомендую всем спрейчик. У меня он уже, наверное, второй. Ну и на последней страничке тушь, которая делает объем ресничек, как написано, заявлено до 18 раз более объемные. У меня есть такая тушь, когда-то ее пользовалась, в принципе, эффектом осталась довольна. Это силиконовая щеточка, если вы любитель, я думаю, что вы ее оцените. Ну что ж, еще не показала вам. Нуждается в комментариях? Нет. Всегда берем с собой, так же, как и wellness. Супчики пью не часто, но сейчас, когда болела была ангина, я только пила супчик горяченький, развела, и больше моя горлышко ничего не воспринимала. И мы плавненько-плавненько перешли к новиночке следующего каталога, которая будет в 9-м каталоге, и это кремовая помада One Color. И это не та помада, и которая была в Color Box. Это реально космическая, бомбическая помада, которая мне очень-очень-очень нравится. В этом каталоге вы можете заказать пробники. Они стоят 15 рублей. И я, наверное, впервые за многие годы заказала пробники себе, а не вам. То есть я раньше делала там все свотчи оттенков. Нет, сейчас я взяла себе 50 оттенков нюдового, которые мне нравятся. Это те оттеночки, которые я буду использовать. Вот так они выглядят. Видите, на руках свотчи. Я хочу посмотреть, протестировать каждый оттеночек. Что мне понравилось, здесь реально крутое многообразие. Именно вот таких вот оттенков, и они очень-очень круто смотрятся. Конечно, многие из вас тоже так же, как и я, любят нюдовые оттенки, поэтому мы с вами совпадаем с мнением. Но я думаю, что, да боже мой, 15 рублей, вы что себе не позволите, если вы видите даже какой-то оттеночек вам нравится, но вы сомневаетесь. Ну, купите 5 разных, да, и пробуйте, смотрите, потому что вот буквальный нюанс, да, вот здесь вот, казалось,
казалось бы, розовые оттеночки, чуть-чуть в другой тон, и все, и помада совершенно по-другому будет играть. Но не носите одну и ту же помаду, ну это скучно, это неинтересно. Пробники, они всегда, вот вы будете варьировать, и вы поймете, какой оттенок будет ваш. Для меня это уровень качества Джордани в дешманской упаковочке, ну, в принципе, с интересным таким дизайном, который не стыдно вынуть. Ну, 129 рублей, ребята. Первый оттенок пыльный розовый, второй холодный розовый, пыльный розовый, дальше идет медный беж, розовый нюд и персиковый нюд. А на мне сейчас оттенок помады называется пыльный розовый. Холодный розовый. Этот оттенок точно себе закажу. Мне нравится. Пыльный розовый. Он теплее оттенок. Тоже яркий и достаточно хорошо смотрится на губах. Медный беж. И это вот нюд-нюд в теплой карамельной гамме. Персиковый нюд, и оттенок говорит сам за себя. Вот у меня как раз с персиковым отливом немножко добавила тени, и он гармонично подходит. Комфортно. Мне нравятся мягкие оттенки и смотрится очень хорошо. Розовый нюд – это помада, которая у меня уже больше месяца, и это однозначно фаворит. Сразу скажу, что первый день каталога она исчезнет, все будут гоняться за этим оттенком, то же самое, как и случилось с помадой The One. Вот это просто космический оттенок. Хотя, можно сказать, что впервые за много время, когда я пропробовала много оттенков помады, я сдается, но еще задумалась над тем, что я приобрету себе еще пробники, потому что мне понравилось качество помады. Вот это моя текстура помады. Надеюсь, вам понравился мой обзор каталога. И в следующий раз мы с вами встретимся, чтобы обсудить 9-й каталог и новинки 10-й.